Наразі в місті Одеса 9 управляючих компаній, які приймали участь та виграли в конкурсі на управління будинків. Із них 8 комунальних підприємств житлово-комунальних сервісів. На сьогоднішній день всі управляючі компанії готові до зимового періоду і боротьбі з сніговими заметами. Закуплені 1343 комплекта для снігоприбирання. Це ломи, льодоруби, рукавички, снігоприбиральні лопати, совкові лопати. Закуплена піщана соляна суміш у кількості 743,5 тонни. Також в управляючих компаніях на сьогоднішній день в наявності 11 одиниць снігоприбиральної техніки і 13 одиниць залученої техніки. На сегодняшний день предприятие готово к встрече зимы где-то порядка 90%. Почему 90%? Потому что мы заключили договор и должны завести нам песок для посыпки дорожек. Мы не пользуемся солевой смесью, а просто чистый речной песок, который не содержит соли. По технике у нас в этом году тоже лучше, потому что каждый год мы выставляли 3 единицы техники. Сегодня, надо уже пересчитать по пальцам, у нас будет 2 трактора с лопатой, поливомоечная машина, маленький бобкет. Вот рядом стоит машина Кёрхер и стоит глобус. То есть порядка 6 единиц техники, они полностью готовы. Ждем только команды. На предприятии закуплены снеговые лопаты, веники, ледорубы. Все это есть и ждет своего часа. Через неделю-полторы мы закончим полностью оббивку тепличного хозяйства, которое тоже входит в зиму. И дальше готовится к выращиванию цветочной продукции на 2020 год. Я думаю, проблем не будет. На сегодняшний день производится переоборудование техники на зимнее содержание. Производятся сварочные работы, покрасочные работы и уже непосредственно переоборудование, установка пескоразбрасывателей, отвалов, щеток на автомобили. В КП «Городские дороги» зимней техники 96 единиц для зимнего содержания улиц. В зимний период заключены договора на привлечение дополнительной спецтехники для уборки снега, если будут сильные обилия. Осадки. На сегодняшний день заготовлено соли 2576 тонн, песка 10 тысяч тонн, ну и остаток песчано-соляной смеси 7200 тонн с прошлого года. Идет полная подготовка дежурных комнат для сотрудников КП «Городские дороги». Планируется полное переоборудование спецтехники до 15 ноября. Круглосуточное дежурство будет организовано с 1 декабря. В случае заморозков и ухудшения погодных условий дежурство будет организовано оперативнее. В ноябре месяце планируется закупка новой техники. Это 2 самосвала на базе МАЗ с зимним оборудованием. И плюс еще один подметально-уборочная машина «Ситикет 5006». То же самое с зимним оборудованием, с пескоразбрасывателем, с отвалом.